Сотрудниками уголовного розыска МВД России по городу Сыктывкару задержан 18-летний сообщник телефонных мошенников, который забрал у пенсионеров порядка 5 миллионов рублей. В течение 2 суток в полицию обратились 5 пожилых жителей столицы Коми, ставших жертвами злоумышленников. Потерпевшим сообщали, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия, а затем требовали передать деньги, чтобы уладить ситуацию и в то же время освободить их родных от уголовной ответственности. За наличными на адреса пенсионеров приезжал курьер. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что предложение о нелегальной подработке нашел в интернете. Похищенные денежные средства он переводил на счета, указанные куратором, оставляя себе процент в качестве вознаграждения. Какие суммы? Разные, от 100 тысяч до 1,5 миллиона. Сколько себе денежных средств оставил? Около 500 тысяч. Где деньги сейчас? Дома. Остальные? Положил на банкомат. Ну, а куда перевел? Евгению, с телеграмму. Ну, тогда куратор твой? Да. Ну, деньги у кого забирал? У бабушки. Не жалко? Жалко. Вину признаешь? Да. Раскаиваешься? Да. Следственным управлением в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключен под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание других участников преступной схемы.